Дорогие друзья, всем огромнейший приветик. В этом видео хотел разобрать такое слово, скажем, такое обращение к человеку, как мужик. Сейчас на ютубе разгораются нешуточные страсти насчет этого слова, и я тоже хотел ставить свои 5 копеек в это дело. Я думаю, что полно людей слышало это слово многократно. Либо оно обращалось к ним, либо кому-то еще. Такие словосочетания там, ну, ты мужик или нет? Настоящий ли ты мужик? Привет, мужики, и так далее. Но давайте вообще подумаем, посмотрим в словаре, что обозначает это слово мужик. Так, что же такое мужик? Обратимся к толковому словарю. Как мы можем здесь увидеть, слово мужик обозначало представителя самого низшего сословия, приблизительно это аналог слова крестьянин. Также оно несло такую информацию, то есть мужик — это такой необразованный, неотесанный, грубый, неопрятный человек. Слово мужик есть синонимы. Давайте частично обратимся к этим синонимам. Что еще значит мужик? Это грубиян, деревенщина, деревня, крестьянин, лох, мужлан, охламон, простолюдин, смерть, хам, хамло. Перенося все вышеизложенное на сегодняшний момент, можно сказать, что вот когда тебя называют мужиком или спрашивают, мужик ты или не мужик, то есть хотят спросить, вот ты, так сказать, смерть ты или нет, вот ты грубый, невоспитанный, неотесанный деревенщина или нет. Вот, обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что мужик — это такое ругательное, уничижительное обращение к человеку, принижающее его достоинство и человеческую личность. То есть, когда вот были мужики и господа, можно там было обратиться: «Эй, мужик!» Но если ты скажешь господину, что он мужик, то это будет воспринято как оскорбление. Я думаю, что оно могло закончиться там какой-нибудь дуэлью или еще чем-то. У слова «мужик» есть еще одно значение, пришедшее к нам из тюремного жаргона. Итак, на тюремном языке мужик обозначает сидельца, который не является вором или каким-то блатным. Попал он в тюрьму относительно случайно. Вот, по выходу из тюрьмы планирует продолжать свою обычную жизнь, отсидев в тюрьме. И, как мы все знаем, на зоне принято работать. А ворам и блатным работать на этом же языке западло. То есть им нельзя работать, иначе они перестанут быть ворами. Так вот, мужики работают и за себя, и за этих воров. Так вот, когда вы обращаетесь к кому-то со словом «эй, мужик», или «мужик ты», или «не настоящий мужик» и так далее, все возможные вариации, я не знаю, к кому вы себя относите, только к вот этому мужику, который грубо невоспитанный, неотесанный, или к мужику-тюремщику, который сидит в тюрьме и работает за себя и за блатных. Я не знаю, к кому вы относите это слово, считаете ли вы себя тем или иным, но я точно уверен, что я себя не отношу ни к той, ни к этой категории. Я не мужик. Я могу называться гражданином, человеком, кем-то еще, но уж точно не мужиком. Ну, а как вы смотрите на это слово, как вы его воспринимаете, напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока, до новых встреч, до новых видео.